пожалуйста, к слову. Да. Нет. Нет? Бери здоровье. Давайте. Все, свалим. Ну, они с зеркалом. Как там мои пёсики? Пёсики ждут. Поедем скоро, братюша, поедем. Прощай, квартира номер 6. Уезжай. Эх, что такое? Так, а как же тут открывается? Саша, иди подкрой мне дверь. Сиди, куда ты лезешь? Ну-ка, место! Место! Опа, Боря. Сиди спокойно. Борика, встала? Ничего не забыли там? Вроде бы все взяла. Сиди спокойненько. Так, деньги, там деньги. Потерпишь, чихаешь, куля. Макс проскакал. Ты хелики сделал? Ну, брат, чувствую, едет. Ну, ему раздолье надо. Как дадут ему там эти комары. Будет сидеть. А там в том году, кстати, ни одного комара. Вообще ни одного комара. Как мой дядька говорит, гиблое место. Даже комары не ведутся. Ну это из-за жары, скорее всего. Воды даже в копанках в озеро не было. Канава почти пересохла такая, блядь, мелиоративная.
Лежишь в машинке, да? Закидывай свои сразу эти. Ага. Нормальные грузчики такие, да? Ну. Где ты их взял? А это? Да, не знакомые? Бля, не, это вот это вот водилы знакомые. А-а-а. Ну, это пацаны вообще по отделке рабочие. Работы мало, так сейчас уберутся за любую работу. И, бля, и лица светлые, ну, нормально. Не то, что у Игора, бля, да? Заснять, а то забудем, как выглядит город. Да, ну, будем приезжать. Батарея садится? Да ладно. Оставь, как будем. Ну, сейчас выйдем с города. Сейчас будет у нас направо, на проверке. Ноль. Ну вот, вот такие дороги. Для квадроцикла само то. Копанку нахуй расширить. Не, есть который копает. Ну такой. Дурака нету. Вот здесь вот, Аня, еще 5 лет назад все было в домах. Вот пойти по этой улице, вот так вот. Все в домах было, все позакапывалось. Зато вот сейчас выйдешь и ты в озеро проехать, потом в лес уходит там. Какие дороги, средства. Да, стояли три деревни вот эти. Вот на этом месте? Стоял дом, и в ней жил гад-полицай, который на полицию работал. О, он там закопал горшок, кстати. Наверное, надо посмотреть. Жуковка что там написано? Я не почитал. Короче, в этой деревне 41 или 42, короче, 3 года стояли немцы. А в первую войну тут поляки стояли 2 года. Нет, полтора по истории. Вот мой дом. Да? Да. Вот моя земля. И за домом там земля. И вот это? И вот это вот буду перепахивать все. А где ворота? Нормальный домик, блин. В смысле ставь? Ставь, я его потом заберу. 26 апреля. Да. Мы переехали. Брайсу уже хорошо. Он у нас уже гуляет. Что ты? А чего? Расплывчато. Да, вот так вот все сгрузили пока. Брайс, хорош мне ноги грызть. Это что за дела? Нельзя.
Ну, молодец. Переезды, переезды. Как спалось, брать слуха? Лампочки поменял. Какие? А, ну я понял. Что у нас тут с картошкой? Бульба каляхуя. Бульба каляхуя. Это когда не кипит. Совершенно не зная броду. Или беззаботно поскачет по лесным тропинкам. И все благодаря тому, что его не зализывали и не зала.